Рок. Алён, давай сейчас через рельсы. Алё. Алё. Через рельсы, давай. Через рельсы, наверное? Ну да. По дороге, чтобы не через лес. Погоди, остальные. Мы сейчас всех здесь подождем. Лёг, мы через рельсы. Ну вот здесь сразу, как мы ехали, помнишь? Чтобы нам, блин, там не лезть через лес. Здесь получится. Вот здесь где-то заезд, по-моему, да? О, вот здесь, да. Thank you.
Трамвай тут даже, а? Сейчас, сейчас догонят. Где-то совсем сегодня лайтово. Нет, она может пиво взяла 10 килограмм. Нет, она сардель примерно раз 10 килограмм. Майонез килограмм, давай килограмм. А ты гонишь. Ведерко, да, большой макать. Макать сардельки. Офигеть. А вот знаешь, это в Америке жир продается в банках такой сразу. Растить, ну там, животный, прям туда вместо майонеза. Блин, там через лес нехота. Там через лес, там корни торчат, песок. Да, лучше по дороге. Мы вот ездили туда буквально, когда неделю назад, туда через лес, а обратно здесь, здесь лучше, более. Мы сейчас еще нахватаем в Сахаровском лесу грязюки всякой разной. Ну там не то, что грязюка. Да? Прямо, конечно. Там просто через это, через лес там еще хуже, чем здесь. Или ты имел в виду вообще через лес? Через кладбище? Там не лес. Там про лес буквально 100 метров. Бесконечный трамвай. Прям налево в лес и понятно. Я знаю, знаю. Там просто можно через кладбище по берегу. А можно, да, через этот. Мимо дачи. А здесь асфальт, да, сейчас мы вылезем. Даже лужа высохла. А вот тут сыро будет. В том году, сколько ездили, ни разу не было, чтобы вот эта лужа пересыхала. Я же подготовился, думал, поверх, сейчас через рельсы. Thank you.
Третья ремни есть, ну второй вверх. Видишь, тут сняли, все, короче, даже сейчас не проехать. Ой, здесь сняли. А тебе говорю, куда асфальт дели? А, нет, вон он начинается. Ты что, как сейчас туда? Домой сделали. Давай сейчас половину на эту сторону перейдет. До поворота носовать его, короче. Сейчас туда приходим? Не-не, вот по асфальту. Вот его? Конечно. Нет, это пешеходного нет. Что, пешеходы на любом перекрестке? А если нет перекрестка, то в любом месте по 90 градусов, по-моему, да, переходить надо. Если это дорога в Саня. Это где здесь перекресток? ЖД.